Владельцы магазинов не виноваты в резком скачке цен на яйца. Такой вывод сделали в Федеральной антимонопольной службе. Сотрудники ведомства проанализировали ситуацию более чем в 40 регионах и сочли, что увеличение цен там спровоцировали сезонные факторы и рост себестоимости производства. Впрочем, есть исключения. В двух регионах все-таки нашли признаки сговора. Если, значит, в Ивановской области в этих антиконкурентных действиях подозреваются производители, то в Башкирии оптовые покупатели, один из которых входит в одну группу лиц с наиболее крупным производителем в этом регионе данного вида продукции. Если подозрения подтвердятся, виновных ждет штраф. Я напомню, один из самых популярных продуктов резко подорожал в середине осени. В некоторых регионах цены выросли вдвое.